Про ФПС, друзья, с вами снова я, Шус. Мы продолжаем играть в Ведьмака Дикая Охота. Последний раз, когда мы с вами встречались, мы вроде защищали это место от бандитов. Неудачно это сделали. В свое время зафаст-тревели в село. Не находите? Сколько всякой штуки здесь разной. Сожженная деревня, покинутая деревня. С того самого дня здесь никто не живет. Ну, для начала нам бы на мост. Невозможно сидеть быстро отсюда, найдите... А, надо на перекресток. Ну ладно. Давайте покинуть деревню, заскачем. Посмотрим, что там за деревня, а потом уже пойдем мочить грифона. И все-таки, ребята, я очень не уверен в том, что... А, этот муж, этот камень силы мы уже активировали. Очень не уверен в том... Медальон дрожит. Это место силы. Да. У тебя медальон показывает такое. Я не уверен, что мы сможем справиться с грифоном без этого. Без арбалета. Молодец, лошадка. Нам все еще дальше идти. Посмотрим, что за покинутая деревня. Может, там какие-то призраки, которых нужно прогнать. Не думайте. Ночью. Так, спешимся. Что это тут у нас? А, быстрый переход? Мне интересно. Покинутая деревня. Ведьмаческое чутье. А, здесь же у нас колодец был. Я прав? И девушка у нас здесь была, которую мы сожгли. Ну точно, девушка, точно, колодец. Угу. Ладно тогда. Зафаст-тревелим деревню. Постараемся переночевать. Вот зачем ты залез на плоту, Геральт? Геральт из Сирии. Да пак. Мост плакальщицы. Нам сюда. Комплекты для ведьмаков гораздо лучше, чем обычное оружие. Ну, здорово. Так, поговорить с купцом. Приветствую. Здорово. Показывай, что есть. Дай-ка взглянуть. Давайте я все продам, что у меня есть. Ржавый меч забирай за 4 копейки. Боже, за 5 копеек поломанную дубину, еще за 3 копейки. Кинжал и ведьмаческий стальной меч. Блин, ведьмаческий стальной меч, наверное, потом мне пригодится, так что пусть остается. А вот кинжал продаю тебе. Починю просто меч свой и буду таков. Так, ты же берешь все, правда? Местная перцовка. Восстанавливать здоровье оставлю. Бутылка воды. Восстанавливать здоровье оставлю. Не знаю, что это восстанавливает. Не хочу я зелье, но оно не продается, так что оставлю себе. Цыпленок, пивасик. Причем разное пиво. Смотрите, риданское светлое есть. Вязымский чемпион. Пока что все это восстанавливает здоровье. Сырое мясо, кстати, я не хотел бы есть. Я бы хотел его поджарить, но дело в том, что я не умею. Масло Баннадура. Ладно, все оставим тогда. Теперь по крафту. Винный камень. Магический забирай. Ого, реликт какой. Дымровая пластина. Компонент, кстати. Оставлю. И руда тоже компонент, тоже оставлю. Дерево укрепленное, что его таскать с собой, забирай. Серебро оставляю. Не, продать бы, но оно практически ничего не весит. Шелк бери. Стальную леску, шкуру, грибочки. Алхимические порошки. Не люблю алхимию, я вообще не люблю. Водяная эссенция. Оптима матер, господи Иисусе. Обрезки кожи, кожаные ремешки, гвозди. Фосфор. Бля, фосфор бы мне пригодился. Ну ладно. За 36! Это грабеж! Это грабеж средь бела дня. Эссенция призрака. Эссенция света. Элементаля. Сделаем денег себе немного. Княжеская вода. Ладно, неважно. Это что такое, кстати? Разбитый монокль. Предмет, прочее. Надо будет его смотреть, наверное. О, шкуры, трубки, вот это вот всю херню. А это типа специально для продажи созданная штука. Козьи шкуры, поношенные шкуры, волчьи шкуры. Наверное, все-таки... А, все, ты нищий. Ладно. Раз ты нищий, не буду тебе мешать. Лошадь с шорами меньше пугается. Энергия, сумки. Да, это все не то. Это все не то. Ну, будь здоров. Береги себя. Так. Все-таки мне бы как-то арбалет, ребят, получить. У меня ведь его нет, да? У меня его нет.
А как его получить, я не знаю. Много работы, да, что ждет. Давайте сходим до этого. До кузнеца. Мигом. Обернемся. Дорогой кузнец, Вилли. Приветствую старого клиента. Давай, Вилли, сделай для меня кое-что. Сделай. Может, ты можешь его сделать? Доспех, компонент. Оружия нет у тебя? Мусор только есть, Вилли, но это не то все. Давай почини тогда. Почини все за 35. Красавчик. Разобрать. Это что? Разборка предметов. В этом окне вы можете разобрать предметы. Это список ваших предметов. Это что получится? Стоимость, сколько вам это будет стоить? Если разобрать предметы, вы можете вернуться. То есть я могу получить, видимо, бумагу. Но это не важно, я не хочу. Родной, охотничьи перчатки. А у меня вообще есть перчатки? Я не помню. Сопротивление к рубящему урону, охотничьи штаны, охотничьи сапоги. У меня, по-моему, все ведьмаческое. Ладно, пока оставлю все как есть. То, что надо, я у тебя не нашел. Будь здоров. Бывай. Так, я быстренько в инвентарь заскочу в свой. А, у меня то же самое. Охотничьи перчатки, один броня, четыре броня. Все то же самое. Так, ладно. Уже рассвет. Да, 3 часа утра. Конь с другой стороны есть. Что ты там делала? Так, раздобыть крушину на дне реки. Используя ведьмачье чутье. Ладно, пошли. Хотел бы я найти арбалет, но судьба распорядилась иначе. Нам же сюда, да? Здесь, в эту реку. Да, давайте с причала. Давай-давай, торопись, торопись, плотва. Вот видишь, маленький причалик. Придержи. Стой, я сейчас. А это вообще был? Да, тут, по-моему, я это сковородку замутил. Ладно, неважно. Оп! Поплыли. Мы приступаем к поиску. Пока что чутье мое ничего мне не говорит. А нет, вот началось. Что за трава? Есть? Это она? Это она. Посоветоваться с Весемиром. О, может, он мне сейчас даст? Ну, в смысле, даст. Я сделал все, что мог. Пора возвращаться к Весемиру. Может, он мне, в смысле, даст этот... Ну, арбалет. Я сделал все, что мог. Отдохни. Не жить грифону, короче. Как ты можешь бороться с человеком, грифон, который плавает в ебаных доспехах кольчужных? Никак. Он сильнее тебя. Он превосходит тебя во всем, понимаешь? Так. Поворот налево. Сосед сверлит. Черт знает, какой день уже. Мне кажется, он просто скоро дырку ко мне просверлит через потолок. Я вам говорю. Не торопись. Бррррр. Сторону реки, а ночью у леса-то. Что еще кому морду набить, а? Никому? А, Весемир снаружи. Я не видел, что ты там. Извини, не узнал. Да? Что такое? Ну что, промыл рану. Уже полгода мы на пути. Я принял заказ на грифона. У меня две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что капитан Нильфгаардского лагеря знает, где искать Йеннифер. А плохая, мы должны убить для него грифона. Четко. Чего еще он мог попросить взамен у двоих ведьмаков? И правда. Ну рассказывай, что ты узнал? Грифон бросил логово, так что придется делать приманку. Ну как успехи? Я собрал сведения о грифоне. Я кое-что разузнал. Это самец. Самец у него было? У него было гнездо в лисьем бару. Нильфгаардцы сожгли гнездо, убили самку, разбили яйца. И решили, что дело сделано. Вечно одно и то же. Нет, чтобы сразу послать за профессионалом. Все делают по-своему, а выходит только хуже. Отож. Там гусь такой бешеный пробежал на фоне. Крушину я нашел. В самый раз. Пахнет сильно. Скорее уж смердит. Смотри, какой нежный нашелся. Гнилое мясо, гной, мочевина. Обычные запахи деревьев. Ну. Помнишь, как мы в Тритогоре на помойке охотились на Ригера? Ты потом полдня в бане отскребался. Ну а хуль ты думал? Тут. Воняет. Ну как встретимся, ты это всякий раз вспоминаешь. Ну хорошо, все готово. Дай только знать и примемся за работу. Я думал, ты мне арбалет дашь.
Пора ставить ловушку. Больше ждать смысла нет. Пойдем посмотрим, где можно поставить ловушку. Стреляет парень в трусах. Отливает. Я уже присмотрел одно место. По ту сторону речки есть такие поля и рощицы. Места много. Да? И мешаться никто не будет. Ну, пойдем тогда. Значит, там мы увидимся. Подготовление эликсиров. Чтобы приготовиться... Убить из грома, приготовить эликсир гром. Бэкспейс. Алхимия. Критик подход. Алхимия. Ингредиенты. Созданный предмет. Здесь находится созданный предмет. Может стать предмет двух типов. Выбор формулы. Где он? Эликсиры, отвары, масла. Что за масло против призраков? Дает дополнительные эффекты в бою, плюс сила атаки против призраков. Отвары. Точность. Токсичность. Реликт. Реликтовый эликсир. Отвар из элементаля. Я бы мог такое сделать. Не мог бы. Так, гром. Увеличивает силу атаки. Изготовить предмет. Успешная работа, гром. 30 секунд, длительный эффект. Чтобы собрать предмет в процессе игры, не помню, мир языка, я понял. А что выбрать рюкзак, если пожал, подшипнуть стрелка. Я два таких сделал. Я красавчик. У вас есть зимачий эликсир, его следует подготовить. Гром. Теперь можно активировать эликсир в игре. Нажмите R, чтобы активировать из первой чекинета. Это я понял. На F можно активировать наш эликсир. Так, давайте. Яблочки печем. Нет, я хочу яблочки вот сюда подготовить. Яблочки сюда. Эликсир гром сюда. Да? Прекрасно. Ладно, поехали. Встретитесь с Весемиром. Блин, надеюсь, Весемир тогда будет с арбалета жарить. Геральт, как так? Я обыскал все, что мог. И нет, не обыскал. Но все еще. Песни поют. Ты смотри, какие. Понимаете, что мы бежим по открытому миру. Как хотим, где хотим. О, это то место, то самое место? На грядках? Ты собрался хуяриться на грядках? Ну что, ты поставил? Речка, золотая нива. Очаровательное место. В самый раз для засады. Ага. Я бы другого не выбрал. Ну так как? Ты готов? Нет! Арбалета у меня нет. Начинаем. Ветер сейчас хороший. Разнесет запах приманки на всю округу. Да вчера такой ветер дикий был. Теперь остается только ждать. Ты что, мать твою, овцу поставил? Пойдем-ка в тенек между березами. Пошли тогда, коли не шутишь. Слушай, что ты будешь делать, когда мы найдем Йеннифер? У тебя есть какой-нибудь контракт на примете? Нет, я еду в Каэр Морхен. Рановато для зимовки. Да, до снега еще далеко. И это меня беспокоит. Почему? Похоже, на востоке Нильфгард уже перешел Понтер. Значит, они в неделе пути от Каэр Морхена. Угу. Если они попадут в долину, прежде чем снег закроет перевалы, надо уничтожить все следы, спрятать наши тропинки. А что до зимовки? Ты приедешь в этом году? Может быть. И, возможно, не один. Угу. Мы как медведи зимуем. Он где-то рядом. Ну так еще бы, такая сексуальная овечка стоит на поле. Погоди, возьми-ка. Арбалет! Я знал. Арбалет? Выиграл его в карты, пока тебя дожидался. Вдруг пригодится. Конечно пригодится, старик! Карты вот те раз. Ну вот, пожалуйста. Мне с ребятами читал морали. А сам-то игрок. Хватит разговоров. Надо грифоном заниматься. Ну давай. Мне нужно арбалет одеть. И как мне его использовать? На этот? На среднюю кнопку мышки? Я так понимаю. Или как? Я не знаю. Оу. Чтобы открыть мне быстрого доступа, выбрать арбалет. Мне предлагают это сделать. Я сделаю. Чтобы выстрелить из арбалета, нажмите центральную кнопку мышки. Бум! Уу! Так, поехали. Сейчас ударю. Мимо. Это все потому, что я слабый стрелок.
Я попал! Я попал! Давай! Ого, ублюдок! Мощная тварь! Так, надо выпить грома немного. Держать удар. Хорошо. Один удар, не надо быть жадным. Один удар за раз, не надо быть жадным. Один удар за раз. Хорошо, отступление. Покушаем. Он меня захуярил. Понятно. Загрузить последнее сохранение. Что за Dark Souls, мать твою? Вот страшная тварь. Повторим. Let's do this again, okay? Можно стрелять с арбалета в автоматическом режиме? Я бы только так и стрелял. Тогда уж. Точно, знаки! Вот я... Во я даю! И откуда это я? Спросите у нельдальцев, а я нихер. Да вы чё? С самого начала? Не, все нормально, был сейф сейчас. Прекрасно. Работаем. Работаем, спасибо. Карты, вот тебе раз. Ну хватит. Берегись! Так, где мой меч? Давайте начнем с простого. Игни! Ясно, блядь, Игни. Сейчас ударит. Чтобы выпустить болт из арбалета, нажмите среднюю кнопку мышки. Я просто отойду и подготовлю себе охранный щит Квен. Готово. Неплохо. Хорошо. Нет, вообще нехорошо. Вообще, блядь, нехорошо. Просто пока размансим. Так, так, так. Я подожду, пока Квен накопится. И, возможно, постреляю. Квен! Хорошо. Квен спасает в таких драках. Надо тут немножко банок. Я иду, старик! Старик, держись. Старик, я здесь. Квен. Нормально. Квен пропал. Отойдем. Отойдем. Право руля. Право руля. Старик. Старик, помощь. Вот так. Пошла нахрен, тварь. Оу. Сейчас будет бить. Он готовится к удару. И он его нанесет сейчас. Попадание. Работаем по печени, по почкам. Отскок. Главное вовремя совершить отскок. Квен пробили. Сейчас я приду в себя. Давай в две руки. Всегда лучше. Пол хп сделан. Овечка. Ух ты, блин. Боль-то какая. Еще один гром выпьем. Попадание. Немножко Квена. Так, отойти, отойти. Главное знать меру, правильно я говорю? Ведьмак никуда не спешит. Надо сейчас Квен кастануть. Квен, хорошо. А теперь работаем. Улетел. Не упускай его. Нормально, нормально. Я не упущу. Или упущу. Он ушел? Он улетел. Ну что я могу поделать? Он просто решил улететь. Коня мне! Ведьмачье чутье. Коня мне, бегом! Давай, папа. Быстрее, я сказал. Да мне никакое чутье не нужно, я знаю, где он. Типа по следам крови беги. О, села тварь. Я пришел за тобой. Коняка, в стороночку. Так, у меня еще один эликсир остался. Готово. Квен, Квен, Квен! По-моему, Квена нет. Надо держаться. О, боже, боль-то какая. Старик, ты вовремя. Скоро ослабеет. Да, это так.
Плотва. Ты ушла в сторонку. Воу, в сторонку надо мне теперь. Я увидел этот удар, но спастись от него не смог. Взлетела. Ох, ты живой, старик? Вот ублюдок. Хватит кружить. Вот так, приземлил, тварь. Иди сюда. Так, блин, нельзя быть жадным. Хорошо, хорошо, боже, хорошо, какая. Это был мой шанс. Жадным быть нельзя, жадным быть нельзя. Только с Квеном работаем по чудовищам. Ой, до конца, вот сейчас можно быть жадным, вот сейчас можно быть жадным. Пополнение припасов. Бомба ограничена. Если вы запасываете в моменте медитации, если вы зрители действия, можно приготовить скрипку алкоголя, автоматически какой-то использовать направление. Вот так, сука. Неплохо, неплохо. Ты помог мне, старик, спасибо. Но еще есть над чем поработать. Согласен с тобой. Век живи, век учись. Человек всю жизнь учится. Хорошая драка. Ведьма. Иначе жизнь его очень коротка. Но об этом позже. Отнеси башку Грифона черным, а я приготовлю лошадей. Вот так. Увидимся вот в корчме. Договорились. Опять в картишки будешь играть. Так, что там у нас есть? Да, посмотрим. Дымный кристалл, какой-то чудовище, сырое мясо, мускулище, мудакен из Грифона, обычный предмет. Что такое мудакен из Грифона? Таким перочинным ножиком ты собрался отрезать ему голову? У тебя, блядь, стальной меч! О боже. Хоть бы мачете взял. Так. О, голова! Смотрите, какая голова. Нашли мутаген. Используйте, чтобы улучшить умение и приготовить особое зелье, которое называется мутагенным отваром. Или... Не, мы не будем готовить зелье. Как его одеть? Где он находится? Вот это он. Позволяет улучшить умение и создать... мутагенный отвар. А куда его использовать? Куда его можно одеть? Мутаген. Я не вижу, где мутаген. А может тогда в умениях персонажа это надо сделать? Ой, мутагены, я пропустил. О, мутаген. Подместите мутагены в соответствующие ячейки, чтобы получить бонус к характеристикам. Окно мутагена есть. Мутаген Грифона. Плюс 50 здоровья. О, хп дает. Мутаген дает бонусы к характеристикам персонажа. Мутагены и умения отмечены цветом. Поместите мутаген в поле, где есть хотя бы одно умение того же цвета, чтобы увеличить его бонус. Мутагены. Умения, которые цветом отличаются от мутагена, не увеличивают его бонус. Это не влияет на бонусы, полученные других умений, совпадающих по цвету с мутагеном в этом поле. Бля, сложно как. Чем больше умений на поле совпадают по цвету с мутагеном этого поля, тем больше бонусов дает мутаген. Каждое умение того же цвета увеличит бонус на 100%. Мутагены также можно использовать для приготовления действующих эликсиров сильных, называемых мутагенными отварами. Так, цвет мутагена, я так понимаю, зеленый. А это алхимия. И если бы я качал алхимию, то он бы с каждым в ячейке зеленым скиллом давал плюс 50 хп еще. То есть если бы здесь стоял один зеленый, было бы 100. Если бы стояло два зеленых, было бы 150. Надеюсь, я понял правильно. Так. Передозировка зельями. Я, получается... Я, кстати, зельями нормально нахуярился. Интересно, сильно это будет по мне ударить или нет? Пока бой качаю, нужно научиться сражаться. Блин, арбалет появился, меня это очень сильно радует. Медитация, кстати. Будете отдыхать. Циферблатте. А, то есть вот здесь в медитации можно отдыхать. Ну, пока 6 часов, я думаю, отдыхать рано. Ну что, сделал я тебя. Кстати, да. Надо проверить, может, блядь, сложность сбросилась. Игровой процесс. Не, боли и страдания. Тут еще есть насмерть, но боли и страдания, ребят. Боли и страдания наши все. А по поводу сохранения я понял, что была за беда. Пока еду, расскажу. Не, все-таки как мы его, да? А нам нужно лучше через фаст тревел, да, это сделать. Мельница. К нам, нам же в Нильфгардийский гарнизон. А здесь все есть. Очень полезна вот эта штука. Квен. Квен вообще в таких приколах очень силен. Теперь помедленнее.
Да, пойдем посмотрим, куда нам ехать. Короче, у меня число сбросилось на Windows, то есть, ну, в системе число стояло 20, он грузит последнее, а на самом деле 19. Так что он грузит вчерашний ночной сейф, а не сегодняшний. Так. Нам вот сюда, в гарнизончик. Блин, забрать награду. Награда, он просто скажет мне, а, она поскакала на север. Я такой, о, спасибо. Отличная награда, блин. Видели, что на коне висит? Кто ваш папочка? Расступись. Зерно что принес? Это такое, вашу мать? А? Жито. Ты меня за слепого держишь или за глупого? Зерно с плесенью. Я не знал. Значит, за глупого. Дьявол, когда же вы научитесь? Вздернуть его. Военный кодекс. Параграф 2. Раздел 3. За поставку испорченных товаров 15 ударов кнутом. Выполнять! Нифига себе. Нет, ради богов! В смысле, а хуй ты принес оплесневелую? Не хочу слушать. Игра вылетела. Ой, Геральт, что ты отворачиваешься? У тебя на спинке мы видели все. Я убил Грифона. Я выполнил уговор. Теперь твоя очередь. Куда поехала Йеннифер? В Изиму. Значит, все это время она была в одном дне пути отсюда. Мог бы мне об этом сказать? Ну ты бы не убил Грифона. А тогда ты не убил бы Грифона. Ты мне, я тебе. Стой! Я не мы понял. Мы еще не закончили разговор. На. Возьми вот золото. О! Чтобы не чувствовал себя в убытке. Вот это разговор. Я в тебе. Взять деньги от диалоги. Ограниченные по времени настройки. Некоторые люди требуют быстрого ответа. Выбирайте реплику, пока не стекло время. Блять, сюда? Вот. Мне нравится такой порядок. О! Где это? А можно поглядеть? Нет, это не здесь. А, слышу, слышу! Дайте глянуть! А, это здесь! В окошко! Хватит уже! А, черт с тобой. Вместе с Весемиром приготовиться покинуть Белый сад. Мы всегда можем сюда вернуться, друзья мои. Всегда. Так. Неизвестное место. Может, по болотам погуляем? Не хотите? На лесопилке есть что-то неизвестное. Пойдемте посмотрим. А, ну сейчас совершим быстрый переход на лесопилку. А потом уже приготовимся уходить. Еду бы, кстати, где-то раздобыть. А я не знаю, где. Одна курочка осталась. Да ладно, хватит. Этот эскейп этот плохо работает. Или я что-то неправильно делал. Ну, неважно, я научусь. Так, лесопилочка. Создание ведьмачьего снаряжения — это только первый шаг. Теперь можно его улучшить. Такс. Айда на лесопилку. Посмотрим, что там не так. Тут же травнич. Ну, девочка с травой живет. Ой-ой-ой, не туда я бегу. Вообще не в ту сторону. Коняка! Иди-ка сюда. Если вдруг тяжело будет, ты скажи. Я эту голову вмиг на приходу. Блин, я бы ее продал. На трофей, я думаю, охотник какой-нибудь себе взял. О, слушай, а шкуры можно пробовать подобывать прям так? Ну-ка, тихо, тихо. Оп. Нет? Не попал. Оп, в попку. Блин, логично было бы одно попадание и равно труп. Согласны со мной? Оп. Оп, ну что ты будешь делать? Ну как тут попасть? О, есть! Бинго! О, там вурдулаки! Гули, 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 простите, гули. Так, гулям что может? Игни, квен, охранный щит, магическая ловушка. Телекинетический удар. Давайте игни возьмем на гули. Сзади! Сзади волки! Гнусный же ты! Черт, сколько же вас тут?
Дайте мне нормальный меч, стальной. Это было просто. Иди сюда, мать твою, волчик. Поджарю тебя. От лошадки, от моей подальше. Ты что, лошадь мою гоняешь? Гуля! Ау! Гуля! Гуля! Ой! Спокойно. Гуля испугалась. Главное достать серебряный клинок. Гуля, ну возвращайся. Я не понял, короче. Подошли сюда. Сильный удар был? Йоу, не кастуется, не кастуется опять! Кастуется. Так, не хочется умереть каким-то гулом. Плотва, просто уйди в сторонку. Плотва, просто уйди. Просто уйди. Так, есть. Хорошо. Играть от защиты, конечно, хорошо, но иногда можно и от атаки, и последние два гуля там, кажется, были. Бутылочку воды. Ах, гнусный же ты. Давайте на опережение. Ай, нет. Кстати, светится, светится красным, когда они собираются бить, чтобы было понятнее. Я вот что заметил. Давайте попробуем спарировать. Хотя... Вау, ты чё? Какое оружие убрал? Вы видели, что творит Геральт? А, ладно, чё выпендриваться? Иди сюда. Мразь проклятая. Так, замочили мы гулей на лесопилке. О, и что, сюда жить теперь придут люди? Скажут, типа, молодец, Геральт, красава, мы теперь тут будем жить. Да? И денег дадут. Смотри, и правда живут. Молодец я. Опасность миновала, и жители вернулись домой. Так, надо быстренько полутаться. Яд. Собачье сало. Красота. Еще собачье, сырое мясо. Блин, не знаю, как готовить мясо, ребят. Если бы вы мне написали в комментариях, я был бы вам очень признателен. Но... Я, конечно, скорее всего, сам уже знаю к этому моменту, но... Все еще. До ваших советов. Такс. Спасибо за все. Да не вопрос. Я спрячу, я спрячу, я случайно. Привет. Давай. Вам! Эй, вы! А, ты, ты. Привет вам! А кто у вас вы? Мастер? А, можно использовать кузню. Боги вам помогут. Ваши вещи были улучшены. Я не понял, еще разок. Ваши вещи были улучшены. Ваши вещи были улучшены. Я не понимаю, в чем тут дело. Где место растащить? Здравствуй. Приветствую. О, это ты? Покажи товары. Покажи свои товары. У него 40 куриных ножек по 21 за штуку. Трофей полуденницы. Трофей можно обменять на награду. Не знаю, что это значит. Плюс 5% дополнительный опыт за смертельный удар по человеку. Не знаю, как его поменять. Продавать я его не буду. Так, печени волка всевозможные. Почем они? По копейке. Собачье сало. Кстати, где оно? Это все, что можно продать. Шкуру. И возьмем курочки себе чуть-чуть. Потому что пока что я не знаю, как готовить. Сколько у меня? 500 голды. Давай 10 курицы мне. Нормально. По хорошему курсу. Почему нет? Правильно. Я ж тоже не животное. Бывай. Че, я сырой жрать должен? Так, где моя курочка? Курочка моя где? Скучаю я по ней. Вот она, моя курочка. Вот так. Хороша, хороша чертовка. Самое время ехать. Не торопись. Ну а чё, шо тут? Видишь, конь мой куда пошел? Я-то чё, виноват?
пошла. Еще мне нравится, что хилит со временем. Не сразу хилит, а вот видите, постепенно. Так. Так. Ведьмачье чутье. Да что здесь может произойти? Ничего. А, нам в таверну, пожалуйста. Мост плакальщицы. Блин, битва с Грифоном была крутая. Вообще все игры крутые. Я случайно! Расслабьтесь, успокойтесь, боже. Нельзя уже и правый боковой свой опробовать. Уже боитесь. Так избавил я уже вас. Колодец вам освободил. Грифоном вам убил. А вы? Опять ведьмака пытают. Весемир. Те нас тут должны любить и уважать, и чтить. Йеннифер в Узине. У меня есть там пара знакомых, так что... Угу. Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Ну так я им морды набил. Кто это? Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. Угу. У них уже кулаки чешутся. Нильфгаардцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Я уже купил, можно выезжать. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Терпил, даже морды разбил уже. Что случилось со щитом? Который ты сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут тимерский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Правильно говорит. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха, нильфгаардская? Слышь, ебальник, заткни, она таверну держит. Ты здесь бухаешь только. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Молодая. Нет ли ты что понимаешь? Слышь. Сестру мою повесили. Молокососка. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгаарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти. Задохнулось. Что? Не боишься гнева божьего? Слышишь, что за мразь? Боишься, сука? Молодая полная мразь. Оставь. Конченая. Нет, блядь, Нильфгаард тут заряжает, а ты мы будем вешать тамбрельские герба. Не тамбрельские, знаете, поняли. Что он означает? Отойдите. Ты цела? Сейчас я им впилю. Всем. А бабу повешу. Так воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. Ошибка роковая. И вы тоже. Что, будет замес? Они уже не отступят. Серьезно? Вижу. Драка прям тут будет? Я знаю, что делать. Я понял. Оп. Давай, блядь! Давай, ребятки! Давайте поговорим! Вы хотите разговаривать, разговоры? Я сразу понял, что в этом трактире, блядь, только бы он не загорелся. Ну что, молодая? И кто теперь шлюшка, а? Шлюшка? Ничего, все кончилось. Да дай... Оставь меня! Не подходи! Я хочу оторвать ей голову. Геральт. Давай просто убьем ее. Лицо-то у него боги. Уходите и не возвращайтесь. Они первые начали. О, бедненький. Я вас от Грифона спас. Ну я вот и все, не полуденицу от колодца пойдем. Изгнал. А вы... Эх. Как же вы меня... Вот и доверяй после этого людям. Вот. О, здорово, пацаны. Не мы это начали. Отож. Спокойствие и порядок. Это она? Сплошные отговорки. Ты как всегда. Здорово, Йеннифер. Йеннифер? Ну как? Я получила донесение, что в Белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты. Что ты ищешь меня? Здорово. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением.
Рада тебя видеть, Геральт. Переспим? Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, она не моя, надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нильфгардского эскорта. Минимум. Это минимум. Меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню. Но вы зиме. Седлайте коней. Откуда такая спешка? Последние 6 месяцев я провел в седле, я не видел тебя 2 года. Давай не будем торопиться и... К сожалению, это невозможно. Кое-кто ждет тебя, Геральт. Тот, кто ждать не любит. Еще одна Йеннифер? Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Воу-воу. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. Да? Буду знать. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Воу. А денег еще много будет? Тех, от которых нельзя отказаться. Я не отказалась. Хотя могла бы. Ну, послушаем, что он скажет. Ну, хорошо. Можно послушать, что он хочет предложить. Император Нильфгарда, сеньор Метины, Эббинга и Гимеры, суверенно Заира и Вековара, наверняка сочтет это за честь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Давай, Поэтому старик! У меня есть чем заняться. Ты мне Эрмор, очень помог. Помнишь? Давай, Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. Черт, мне даже как-то... Обидно, что... У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Слышь, старика... Старик классный, вообще. Мне очень понравился. Мне жаль, что он уходит. Он и как помощник очень полезный, и в целом персонаж хороший. Давай, старикашка. Еще увидимся. Зимовка, ты помнишь? Готовь там все. Чтоб я когда приехал, банька растоплена была. А я приеду. Да-да. Какая же классная игра. Ух, я бы тебя пожарил. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Да-да. Только сначала. А потом... Что? Это вот так вот... Назгулы? Давай бросим на них этих... Я не знаю, как их назвать. Солдатиков. Я буду называть их солдатики. Солдатики, задержите их. Ёб твою мать, это приспешники сатаны. Воу, они снимают их прямо все. Солдатики, держи... Солдатики, кажется, надолго их не остановили. Ставь ловушки ведьмаческие. О, понеслась жара. Поджигай мост. Ты же колдун. О! Бум. Бедный солдатик. Их уже ничего не спасет. Нагаса, выкуси. Большой город, ура, мы приехали в большой город. Мы будем бухать, трахаться, и бухать, и трахаться будем. И бухать еще будем. В деревне Белый Сад. Казалось, что чародейка опережает ведьмака лишь на шаг, и все же она оставалась неуловимой. В конце концов, благодаря коменданту Нильфгардского гарнизона, Геральт узнал, что Йеннифер находится совсем рядом. Не благодаря. Я заработал эту информацию. Я убил ёбаного грифона. Хоть мне и заплатили. В принципе, да, мне заплатили. Правильно, мойте меня. Мойте меня, да. О, да. Такая жизнь по мне. А, давай залазьте ко мне. Ты
Ну, ты хочешь меня помыть? Ну, давай. Приступай. Пожалуй, достаточно. Я не понял, мой меня. Я бы еще попарился. Думаешь, императору важно, не слишком ли длинные у меня уши? Милостивый государь, извольте упоминать его императорское величество, используя полный титул. Да это он меня позвал. Ваша милость, присядьте на этот бержер. Ваша милость? Да. Бержер. На этот стул. Может, одеться дашь мне, а? Ледвин, прошу побрить его милость. Виски на полдюйма. Слышишь, виски не трожь. Понял? То я тебе голову отрублю. Вы хотите из меня красавца сделать? Что ведь не так с моей бородой? Что-то не так с моей бородой? Я думал, она добавляет мне серьезность. Вот именно. Но лишает вас элегантности. В Нильфгаарде борода не приветствуется. Особенно если в ней завелись вши. Я может, долго был в дороге. Может, на лос тебя побрить тогда? Неважно. Делай свое дело. Прошу откинуть голову и не двигаться. Геральт, какого хера? Шли вы в жопу. Как ударить его? Какой кнопкой ударить его? Т? Может быть, У? Можно пропустить. Нет, не хочу. Я хочу ударить. Как подготовка к аудиенции? Все по плану? Да, ваше превосходительство. Его милость предстанет в более или менее презентабельном виде. Ты еще такой? О. Очередной церемоник. Мысли сходятся. Нет. Морвран Ворхис, командующий дивизией Альба. Мои люди сопровождают Йеннифер. У тебя лучше нет людей. Плохие Точнее, новости. Точнее, сопровождали. Ни один из них не вернулся в Визиму. Интересно, что произошло вчера на тракте. Может, расскажешь? В конце концов, у тебя есть немного времени. А на горле бритва. Ты меня позвал? Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Твои люди погибли в бою, как подобает солдатам. Я вижу, ты не слишком озабочен их судьбой. Я не вижу, чтобы что-то блестело у меня в кармане. Они не слишком заботились о судьбе людей, на чью страну напали. Нордлинги. Вас можно умыть, подстричь и одеть, но научить манерам это будет непросто. Мне тоже было приятно познакомиться. Я закончил. Побрить вас еще раз. Видели, как просто волос. Текстурка. Нет. Этого лучше против шерсти не гладить. Прощай, ведьмак. Или скорее до свидания. Не могу сказать, что я бы хотел тебя. Теперь, ваша милость, извольте одеться. А у меня будут наложницы? Нет? Жалость-то какая. К сожалению, у меня не было точных размеров, вашей милости. Если будет жать, портной внесет поправку. О, господи, мне нужно выбрать что-то из этого. Черный, черный, черный! Черный, черный и черный? Ну, так и что. Мы в Нильфгаарде не любим кричащих цветов. Ваша милость, дайте знать, когда вы выберете одежду. Слишком помпезно. Выглядит неплохо. То же самое, что и второй вариант. То есть третий. Ну ладно, да, возьмем вот этот. Элегантный дублет придворного. Взять все. И что? Ты хочешь, чтобы я оделся в него, я не понимаю. Одевать меня никто не будет. Корпус. Ноги. А это броню дает? Два броня, полотенце. Почти как штаны. Готово, родной. А говорят, не платье красит человек. Я. Вот... Ваша милость, вы довольны костюмом? А, ваше высочество, вы не против, если я заряжу вам в еблет? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной. Но что делать, с волками жить? Простите. А волчьи выть. Поговорка такая. Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды. У вашей милости достаточно ясное лицо.
Но прежде чем вы предстанете перед владыкой Юга и Севера, я должен убедиться, что ваша милость знает, как следует кланяться. Кланяться? Кланяться я умею, я не невежа. Я не невежа. Кланяться умею. Тогда пускай ваша милость продемонстрирует. Пожалуйста. Так, прошу прощения у вашей милости. Можно разве что шлюхи под фонарем поклониться. Но не Гатру, не. Есть какая-то разница, да? Давай. Стопа вытянута, так. Ладонь выпрямлена, голова склоняется, пока подбородок не коснется груди. Угу. Пусть ваша милость повторит. Правую ногу вперед, левую ногу на грудь, левую ногу вперед, правую ногу на левую ногу, на другую сторону. Ну, правую руку он на грудь положил. Пожалуйста. Что ж, движением не достает плавности и грации, но от Нордлинга обычно ожидают меньшего. Ой, да завали! Прошу за мной. Господи, серия длинная получается. В принципе, наверное, на аудиенцию мы пойдем уже в следующий, ребят. Доброго всем ФПСа. Грифона мы победили. С вами был Шус. Это игра, она хороша. Всем пока. Закупайтесь только в shus.pro, народ. Лучшие игры по лучшим ценам. Старина за качество отвечает.